There should be some insect repellent in that red and white cross box in that room. Just in case those spiders found your flesh delicious. How does my brain flesh know your fluids are leaking? Because the red tricked you! The spidery tunnel was far from a necessary evil. More so, it served as a well-deserved punishment. You thought my mind had been lost to the ravages of time, but poetic justice has struck with a sonnet and an eight-legged baptism of fire. With justice now served cold, I hope that we can be good friends. Now reclaim the key in Go-Go Juice, and find a way to the mining monster. Thank you.
Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Внезапно я обнаружил, что мой микрофон вообще не работал. Ладно, все понятно. Короче, блин, добыли эту канистру. Ключ где-то там у нас есть. Где, правда, непонятно. Сука, очень интересно. Ух, да. Короче, фишка с этой машиной была непонятна, где этот гребаный ключ найти, где еще что-то. Да не буду я тебя убивать, зачем ты мне нужна? Собака-то гребаная. Вас убивать не так весело. Оказывается, их таки можно убить. Правда, есть ощущение, что у них есть респаун все-таки. Гребаная, блин. Как бы обозначили, то знаете, на текстурах хрен его знает. Ага, короче, нужно чем-то открыть. Сбил крышечку, окей. Залил. Бей! Исушенное животное. To find the truth behind all this mystery and think it will set you free. But truth is relative, and relatives can't be trusted to bring good gifts. What you seek lies in the shafts beyond this collapsing of the sky, and if you look closely, so do I. A century of days has passed since I saw this area last. The diseased ones sought to kill poor Red, but I took them on a wild poultry chase. They ended dead. They came from out the big metal door, but after all my years, I knew the caves more. Hide and seek turned to seek and hide, and I buried them here beneath the solid rock sky. Это какой-то долбанутый чувак, который там сошел нахрен с ума в этих пещерах. И что-то он там пытается говорить, а ты найдешь какую-то охрененную тайну, но это ли ты ищешь там? Прочая хрень. Она фигня все это. Все фигня. И чё? Так, ребят, я не понял. Блять, чё вы еще хотите? Больше у меня ничего нету. Так, может... Ignition key. Так, блять, я же взял этот Ignition key. Он у меня... Да вы бесите, реально, ребятушки. Сейчас, один момент. Все-таки, может быть, мы наткнулись на какой-то непроходимый баг. Сорян, если так. Так, вроде выяснили. Это, блядь, не вантус. Это ключ. Сука.
Чё там, больше ничего не сделаешь? Да, все. А жаль, было бы интересно. Что у нас так флэммабл? Ну, пустые все. Окейшки. Большая железная дверь. Пошли. Теперь это странно, чтобы быть управляемым, как это делается слепыми, каким-то непонятным чужаком, чья разумность явно исчезала, и непонятно, где он находился. Из того, что я знал, этот Ред... Не путайте с Дредом, да? Этот Ред даже не... Didn't have dispositions. Короче, он... У него была просто масса конфликтующих эмоций. Я знал, что мой радиодруг где-то рядом. И, возможно, найдя его, я найду себя чуть ближе к пониманию того, что происходит. Всего лишь... За пару часов я найду, что я искал, и это даст мне ответы. Я не понимал в этот момент, что ответы, которые я найду, будут вопросами, которые я даже не задавал. Как хитро написали, конечно же. О, интересно. Тут такое. Ой. Что за хрень? Ой. Отлично. Ничего тут. Что это за гигеровская хрень? Боюсь я тебя. Ха-ха-ха-ха. Окей. Так, короче, запечатанная дверь, но без ручки. Даже не понимаю, как ей управлять. Какая-то дырка внизу. Камни, которые уже перестали работать. Так, индустриальная переработка. Ржавая и бесполезная. Угу. Ой, пауки, бесите. Какушки. У нас тут такое, дайте-ка глянуть. Бля, что дальше? А вот дырка, вижу. Вот так вот. О, офигенная помощь, конечно. Так, файлы обновляются, как, ну, то есть, эти документы все новее и новее, как я двигаюсь глубже в шахты. Большинство из них датировано где-то 65-м годом. Странно. Ничего раньше 70-го. Какие-то старые мешки. Так, что там у нас еще есть? Да, документики. Угу. Какой-то ящик. Ящик. Что тут еще? А?
Что это нам дало? Ну, пропиликайся, что ли? Я там не помню, чтобы был какой-то выход дальше. Ну ладно, я попробую. А, фонариком уже можно отпугнуть. Немножко батареечки есть. Отойдите от меня, не отойдите. Ай-яй-яй-яй-яй. Уйди, уйди отсюда, уйди от меня. Блин, сволочь. Я тебя фонариком свечу. Уйди от меня. Так. Ну. Дверь открыли, нет? Да ядрит Мадрид. Не та дверь, куда я хотел. Что произошло-то? Что-то произошло, а что непонятно. Это ядрит Мадрид. Сколько у вас таких красивых будет? Да блин. Ай-яй-яй. Не получилось. Ну и не знаю, если это все отличие от... Блин! Более утоляющий, нормально так, да? Окей, ну ладно, с этим не так стрёмно. Всё не так плохо, как могло бы быть. Так, но все равно я пока еще не очень понимаю. Не хочу знать, это масло или кровь. У меня есть свои подозрения. Ладушки, еще там у нас тяжелый ящик. Ну да. Ха-ха-ха. Понятно. With my remaining ear to the ground, I hear your trembling tootsies padding towards their final destination. Things come to those that wait, whether they want them or not. And soon I think your way will be open.
The great metal door in reality is calling you, just as the Reaper beckons me forward. I look forward to finally greeting you. I only hope I need not greet the Reaper man first. Окей. Говорит о том, что типа... Да. Типа, большая металлическая дверь меня зовет. И он надеется, что он встретится со мной раньше, чем до меня доберется, до его доберется какой-нибудь Рипер. Что за хрень? Только не говорите, что здесь будут еще собаки. А вот, это с другой стороны открывается. Что это у нас такое? Какие-то паровые трубы. Что они делают, непонятно. Да. Здравствуйте, песики. Так, что у нас тут такая хрень, а? Типа мы здесь. Давайте к тулам пойдем, чё ли. Закрывайте двери за собой. Чё у нас тут такое? Хрень. Да. Не, давайте-ка какой-нибудь вот этот вот использовать. Это у нас тут может быть. Ага. Окей. Просто ящик. Просто ящик. Так, никогда не видел так много ящиков. Какой-то communication kit и ящики. О, отверточка. О. Это давайте на восьмерочку. Оп, нет. Забавно. А где мои пейнкиллеры? Так, что-нибудь интересное есть, кроме всего этого? Ясненько. Ничего интересного. Радио какое-то. Ящик. Кода начинает какой-то добыть. Окей. На определенном этапе эта комната была закрыта, но я так понимаю, что теперь она открыто. Так, давайте посмотрим. Что у нас предлагается? Так, Tool Storage, это мы здесь. Shaft 13, Shaft 12, Refinery. Интересно, но сейчас мы до 16-й, на 12-й шахты можем добраться. Собаки, блин, эти бесят, бесючие. Вон она гуляет.
Так, я смотрю, здесь ничего нету. Окей, я ошибся. Ничего, ошибся, нормально все. Двенадцатая шахта. Окей, ушки. Так, окей. Шахта 12 тоже не рабочая. Текстуру наоборот. Ну или это чуваки, которые апскейлили, что-то не так сделали. Вряд ли, конечно. Так, не похоже, что это временные. Похоже, что это ящики для... Так, рефайнери, шахта 13. Рефайнери. Шахта 13, Ядрит Мадрид. Бегают тут всякие. Выпустили. Who let the dogs out? Уф, уф. Ничего интересного не было на самом деле. Ага. Я нахожусь здесь. И можно двинуться сюда. Супер. Дырка в никуда. Похоже, что эти камни более-менее свободны. Я могу их подвигать, но они, скорее всего, меня закопают. А вот это вот... Какие-то туннели. Я... Конечно, надо туда лезть, но лучше я там не буду лазить без толку. О! Это кислота. Внезапно. Кстати, зажигалка. Вот. Они придумали геймплейный элемент. Потом больше его не заюзали. Да. Оттуда. Так, налево неинтересно. Здесь неинтересно. А подожди, что неинтересно? Я ж могу попробовать откирковать эту дрянь. Нет, большая каменная жопа. Да блин. Да блин. Собака, блин. Собаку нужно мочить, как собаку. Ту
тут еще навестись правильно, чтобы было. То есть такой тракторизм какой-то. Ядреный тракторизм. Ай. Не-не-не, не надо, не надо. Что это у нас такое? Куда ты иду, блин, зачем? Куда ты всех сейчас соберу? И старых позвать, друзей. Сколько людей здесь работало? Сколько умерло? Собака, да? Да блин! Так, что-то может быть полезное внутри, а может быть и нет, а может быть да. Короче, черт его знает. 24 февраля, блин. Давай уже. Ты что, постоянно теперь будешь в таком режиме ходить? Так, еще одна большая законопаточка. Наверное, это был выход на поверхность. Ну, может убиться нахрен. Киллеры. Ага. А, динамитик. Не, не динамит. Not the dynamite. Just the flares. А, вот он еще, Михалыч. Блин. Записка. Так, что там? Ага. Вот и. Мясо. Так. Короче, все место сдохло. Нет, ничего интересного. Понятно. Ага, собака такая.
Ну да. Так, жопа жопная. Так, я понял, что там нужно таки добраться до туда. Желательно не возбуждать интерес всяких паучков. Это собака, блин. Как по тебе нужно мочить-то? Нормально так. Еще одна большая жопа. Блин. Фу, тут надо просто выучить, сука. Как эта дрянь. Куда тут надо идти? Зачем тут надо идти? Так, туда не надо. Там ничего интересного не было. Тут тоже ничего интересного не было. Блин. Да, чувак, который делает эту систему, явно не гений. Это, конечно, фишечка, но, блядь, ну, не знаю. Это не та фишечка, которая делает хорошую игру. Блядь, жопа еще одна. Тоже не надо. Вот здесь вот нормально. Блин, один. Ты где эта тварь? Блин. Один. Да я вашу мать, вы же заебали.
отложу. Каска. Это записка или не записка, черт его знает. Надо прочитать наверняка. Речки, фларки, сигналочки, так. Еще одна большая пещерка могла бы быть выходом на поверхность, да. Это что у нас тут такое? Так, что-то здесь все плохо, и чтобы не разорвало это место, наверняка это началось где-то рядом. Так, окей. Ну, надо посмотреть тогда, почитать. Какой-нибудь химикат должен быть. Так, теперь внимательно я снял эту штуку. Ха-ха-ха. Давайте попробуем поставить ее как-нибудь так. Большой тяжелый камень. Короче, Ред говорил там о том, что мертвый чувак, как-то с ним говорить не очень весело. А, ну то есть мы здесь обошли вон туда и сюда и вернулись обратно. Супер. Давай, сохраняйся. Я еще попробую, наверное, в эту самую сходить, в рефайнере, перерабатывающую хрень. Что здесь за шепстания такие непонятные? Ага, там какой-то кусок обрывка. Слышу зверя. Он уходит, ничего интересного.
Ой. Песик, песик, блин. Не надо заходить внутрь. А ёкарный бабай, куда ж ты идёшь-то, зараза? Что-то там с паровыми трубами надо, может, будет делать. А, там же еще попасть. О, красота. На... Что-то на уровне Half-Life первого движок. Никто не думал переделать. Ладно, я думаю, где-то здесь я немножечко успокоюсь. Ага, фигня какая. Ай-яй-яй-яй-яй. Работает. А, там 4 штуки их. Нужно все поднять. Там еще где-то что-то. Так, стоять. 4-3, да? Ага, это не про эти. Четвертая поднялась, да. Вторая вместе со... Блин, не понимаю пока что. Вот эти вот логические пазлы на всякие такие вот поднятия. Что-то я как-то методом научного тыка их скорее решаю. Тем более ночью. Ладно. Все, спасибо на этом, мои дорогие товарищи. Я, наверное, понял фишечку одну, что тут, может, даже и не стоит пытаться все это пройти ночью, типа, мол, страшно будет, ни хрена тут не страшно.
можно спокойно проходить и другое, более светлое время суток. Главное, чтобы было видно. То есть она вдвоем поднимается, да? А если у нас одно разное, то она меняется, чередуется. То есть она... Так, ладно, давайте. Первую задеюсь в первую и третью. Вторую задеюсь в вторую и третью. Третья задействует первую, вторую, третью, да? Раз, два, три. Так, дальше первое, что там было, действует это. Нет, не то. Подожди, блин. Какая хрень, да? Пипец. Так. Вот все опущены. Дальше. Ладно. Ай-яй-яй, больно как. Ладно, не для этого состояния, в котором я сейчас. Надо идти спать. Все, на этом спасибо, что смотрели. Лайки, подписки, шары и прочие ништяки. Извините, что первый час я... Мы просто смотрели, как я играл. Вот. Да, не заметил, что после рестарта системы микрофон опять потерялся у ОБС. Вот. И, в общем-то, не забывайте про наш Discord-сервер Кооператив Дружба, Discord-сервер Homeworld Russian Fleet и что там еще у нас было, ну и прочие социальные сети. Все в ссылках, все ссылки в описании. Так что, а на этом все. Спасибо, что смотрели. И увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. Всем пока. Пока-пока.